Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть Драконы Всадники Олуха. Так, забрали древесинку. Угу. Ну-ка, родной, порадуй меня. Да ёпарасоте, ну что это? Ну какие деревяшки могут быть, а? Беззубик. Ну так не пойдет. Так не пойдет, так мне не нравится, что ты делаешь. Все он мне своими деревяшками травит. Ладно, мы с тобой, как обычно, отправляем его. Ну что так долго-то? Мы отправляем его за... Подожди, не это я искал. Или это? Ага, а вот эти, кстати, нельзя, ребята, искать, они вот только, они вот только здесь появляются. Прикинь? Они появляются только здесь. Слушай, у меня... Вот такой вот, ребят, бывает в игре. Вот просто вышел, видишь, ни менюхи, ничего нету. Хотя вот на этих... А, я даже не могу на них, слушай, управлять. Надо перезайти, друзья мои. Это какой-то игровой глюкон. Так, ладно, будем надеяться, что больше такого не повторится. Так, я его все равно отправлю. Искать вот эти вот... Ну, наверное, манускриптами их можно назвать. Опа. А, это арена. Громель к столом. Понятно, короче. Я думал, что это какой-то такой суперпак. Но нет. Это никакой не суперпак. Так, блестящий янтарь. Давай сразу же заказывать еще тогда, сразу 4 штучки. Подожди, шлем здесь, шлем там. Какой из них? Все, потерял я тут шлем, короче. Был же шлем, мы видели. Когда что-то там выбирали. Он прям перед нами стоял. Давай, пускай... О, рытье, иди рой там. Я не знаю, что. Ямы какие-нибудь. Вот это тут... Вот эта сумка нам... А, нет, не такая нам нужна, ребят. Нам нужна сияющая сумка. А это была обычная, просто. Так, ну что, 8 рун. Что я могу сказать? 8 рун он заслужил лететь за эти 8 рун в приключение дальше. Так, кривоклык. Ну, тут дают яйцо. Это яйцо, по-моему... Это яйцо пристеголового... А, нет, барсика, по-моему, да, яйцо? Или пристеголового... Ну, тут ему выгоднее дать мне, конечно же, тусклый янтарь темный. Так, они эти все ищут. Да, маловато, маловато у нас пока еще железа для того, чтобы его прокачивать. Гнилец, гнилец, данилец, давай. Оп. Прекрасно. Ай, что-то мне подсказывает, что когда он получит 121 уровень, на 122 нужно будет фигово туча железа. Ну, что-то вот кажется мне так. И, скорее всего, так и будет. Так, ты лети, ты тоже лети, и ты тоже лети. Давай, пошел качаться. Этих отправляем по делам. Заодно сразу же этого заберем. С его рунами. Так, продолжаем поиски. Что у нас еще? Почему перемещение карты вот так вот начинает подтормаживать? Да кто бы сомневался, что ты мне дашь 2 железа всего лишь. Не двигаться. Ага. Смотри-ка. Оп, ребят, статуя прокачалась. Куда мне древесину потратить? Так, а чё? Подожди, он так много древесины принес? У нас 516 миллионов. Ну, хорошо. Хорошо, я отправлю сейчас за железом.
Сколько ты там даешь-то нам? Он всего дает 288. Почему он там завыпендривался? Типа у вас переполнен инвентарь. Фигня это все полное. Ничего там не было переполнено. Вполне вместилось бы. Из пипиглюк. Маленький из пипиглюк. Так, ну ты что тут грустишь? Фляжку. Что-то я посмотрел на эту фляжку, как она так аппетитно с водичкой выглядела. Мне захотелось пить. Так. Ну давай. Ага. Я его хотел, думал, отправить подкачаться, подучиться, но не судьба. 450 миллионов рыбы. У нас события-то сегодня есть? Ой. У нас, ребята, опять злобные вандалы. Блин. Мы их буквально на прошлой серии проходили. Да, награды один в один. Ничего толком не поменялось. Ну, все равно, ребят, давайте пройдем. А что? Ну, как пройдем? Я имею в виду, 5 поединков сделаем. Пройти-то мы сегодня не пройдем, это однозначно. Да, по-моему, даже те же самые драконы есть. Конечно, я не ошибаюсь. Может быть, немножко другая раскраска, но, по-моему, одни и те же. Так, ну что? Оп. Тьфу. Промазал. Мазила с нижнего Тагила. Ладно. Давай, наверное, вот так через хил. Блин, успеет что-то сделать мне. Да нет. Ничего он не успеет, ребята. Он взял и поставил себе усиление атаки. Сюда вот. Я, наверное, сделаю вот таким вот образом. Кривоклык, сможешь его добить? Молодец. Не подкачал ты на этот раз. Ага, какое там? Я тебе, думаешь, ждам, что ли, здесь? Буянить? А ведь он сейчас... Нет, ничего он сейчас уже не сделает. Все, ребята, растоптали. Растоптали мы эту пачку. Я тебе скажу. Причем довольно легко. На рулетке выпадает нам... Понятно. Вообще вот на самых первых вот этих вот боях, в самые-самые первые бои, я думаю, вообще рассчитывать, кроме как рыбы и древесины в размере там от 20 миллионов до 75 не стоит. Это уже, ребята, там вот эта вот награда, которая там мелькает, это так, для красоты. Слушай, да по-моему та же самая, ребят, та же самая команда, да? Тоже был сородич шепота плюс громобой. Прям один в один. Ничего не поменялось. То есть я не понимаю смысла, зачем им два одинаковых события делать сразу же. Ну, обычно там разные, там, вот, например, не было давно муштры. Ну, может быть, она, конечно, была, может быть, я пропустил где-то что-то. Но она мне уже давно-давно не встречалась. Там, как она называется, наездники муштры, по-моему, да? Вот. Ну, давай ты его шваркни. Два древоруба. Ну, давай так начнем. Пшик-пшик, да? Опа. Чуть было не было. Могли бы его вольнуть. А я сделаю вот так вот. Все равно двоих сейчас этого уничтожим, а этому достанется. Я надеюсь, он не использует ничего сейчас. А он и не успел. Да нет, смотри-ка. Прилив сил даже умудрились сдать мне. Ну, значит, очень маленький шанс выпадения каких-то приличных наград здесь. На начальных этапах. Такс. Один. Ну, две волны, но он здесь один. Хорошо. Сделаем так. Он сейчас будет замораживать, да? Иди отсюда. Ой. Я думал, мы его подобьем. Так, два ужасных чудовища плюс... Этот охламон. Давай начнем отсюда.
Нет, я вот так, наверное, сделаю. Оп. А ты чё? Понятно. Да иди ты в пень, а. Сейчас Хуферсон будет выпендриваться. И в барсика именно бомбит. Сейчас я хильнусь. Этот что сделает сейчас? Фига ж, задрожала камера как. Как будто я не знаю, там Армагеддон произошел какой-то. Не, тогда уже вот так. Раз нам добить его не получается, лучше хильнуться на всякий случай. И добить уже спокойно. Ну, я же говорю, в основном рыба и древесина. Это редко, когда тебе что-то там выпадет супер-пуперское. Загадочный пак. У нас получается раз, два. А, ну мы с тобой заберем вот 500 тусклого янтаря, друзья мои. И на этом арена закончится у нас. Использую изваяние героической меткости. Если, ребята, вот кто из вас играет, и вот новичок в этой игре, в первую очередь ставьте вот именно изваяние героической меткости. Вы тогда не будете промахиваться никогда по противнику. Я просто когда начинал, у меня очень было много промахов. Меня это очень злило, если честно. После того, как я поставил себе этот героическое изваяние, я забыл, что такое промашки. То есть, действительно стоящая вещь. После этого я как бы хотел поискать еще какие-нибудь тотемы новые. Думал, они мне что-то там дадут полезного, но... Я не знаю, можно, кстати, сегодня посмотреть. Так, что мы можем? Давай, наверное, вот так сделаем. Можно глянуть, какие там тотемы. Ну, в основном, вот, которые у меня стоят уже там, на нашей земле, так скажем. По-моему, это одни из топовых. Там есть еще, конечно, хорошие. Например, собрать весь лут одним нажатием кнопки. Но он, по-моему, там стоит такие суммы, что мне не накопить столько блестящего янтаря вовек. То есть очень много. Ну, глянуть можно будет, если вспомнить, где они, правда, еще и находятся. Так, ну что, добьем его? Вот так вот. Вот и опять дерево. Я уже даже не удивлен. И у нас, друзья, как я и говорил, последний поединок. А сколько там, кстати, дней осталось? Два, да? А у нас, по-моему, здесь на три заходки. Вот эта вот миссия. Вот это событие. А там осталось два дня. Так. Что-то мне вот это не нравится. Что сегодня с игрой, а? Скажите мне на милость, ребята. Она опять зависла. Ладно, перезаходим. Ага, я тогда... Ой, слабо-то как ударили. Ой, как слабо мы ударили. Мне вот там вот этот костолом такой маленький. Малюсенький костоломчик сидит там, прыгает. Слушай, он такой маленький, прямо ростом с этого... С викинга. Да? Ну да. Да ладно, не добил, блин, а. А тут у нас кто? Хоферсон. Так, шторморез и... Давай, наверное, сюда все-таки. Сделаем так. Ага. Так, укус. Сделаем, наверное, сюда. Блин, нога чешется, комаршуль укусил опять. Гаденыш из-под тишка. Неужели потеряем кривоклыка? Почти потерял. Почти, ребят, потерял. Но он выстоял. До удара. Да, я думал, что этот добьет. Но добил вот этот сопляжуй. Сейчас мы ему ответочку. Сюда понижение брони. Ну, ему все, ему край. До свидания. Понятно. В общем, ничего новенького. Так, забираем с тобой янтарь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну да, да. Еще две заходки получается. О, бесплатные руны.
250 штук, ну спасибо. Так, вам сообщение. Викинги, мы знаем, что некоторые из вас испытывают проблемы с видеорекламой. Мы работаем над этим. Вы найдете руны в своем почтовом ящике. Да, рекламы очень плохо у вас работают, если честно. Очень плохо. Иногда хочешь посмотреть, а они недоступны рекламы, и все. Ничего не... Так, подожди, кто у нас тут? Ой, кошмарный пристиголов. Ой, подожди, не надо отпускать, я его размещу, но... Все, он улетел, да, у меня? В этот... В коробочку, в родную. Так, будьте добры, бесплатный пак мне. Лаварык, костолом, древоруб. Так, что там у нас? Разнокрыл. Такой у нас тоже есть. Разместить... Все. Так, на сезонке мы получаем с тобой награду. Так, здесь, здесь и здесь. Так, загадочный пак еще один. Пустеголов, кревет, громобой, защитник. Отказываемся. Так, я хотел посмотреть... Где у нас... Дай мне памяти вспомнить, где же мы видели изваяние? Вознесение, обмен. Нет, обмен это не то, ребята. Обмен это не то однозначно. Так, викинг... А, вот, вот они, ребят, изваяние. Вот смотри, у нас в данный момент сколько... 77 янтаря, да, блестящего. Так, это что у нас делает? Обучайте драконов в святилище Валки быстрее за меньшую сумму. Ну, нормально, но дорого. Вот, смотрите, ребят, 150. Вот здесь вот 30. Это изваяние Буйволорда, Верховная Тень, изваяние Громоля. То есть изваяние тут на всех ребят драконов, короче. Просто на всех драконов. То есть, получается... Вот, изваяние общего сбора, ребят. 8500 рун. Ты на него нажимаешь, и все. Тебе не надо везде лазить, там. Ты просто кликаешь на нее, и всю награду собираешь сразу же. Вот. То есть, изваяние дрессировщика... Ну, можно взять, в принципе, купить. Можно, ребят. Думаю, ничего страшного в этом не будет. Так, у нас достаточно рыбы, чтобы тебе отправить. Давай, лети. Так, и древесина. Подожди. Древесина, кто у нас там за древесину-то летает? Нет, летает фейерверк. Давай фейерверк, наверное, отправим. Почти 180, ну, почти 200, ребята, рун. Блин, подожди. Если его сейчас верну... Мы продинамим рыбу, да? Нет. Я просто смотрю, ребята, у него 122 уровень. Что-то он так быстро туда-сюда летает, смотри. Он где добывает-то, я не пойму. Что-то... Или он по кругу летает. Странный малый. Есть резон его, ребята, до 124 уровня прокачать. Вот я к чему. Да, это было бы, наверное, неплохо. Блин, когда я доберусь до этих паков, чтобы их набить, для того, чтобы их потом открыть? Не знаю, ребята, не знаю. Так, где этот шлем-то? Которым... Вот он. Так, у Йохана мы посмотрели, да? Все посмотрели. Ну, в принципе, наверное, и все на сегодня, да? Будем... потихонечку сворачиваться. Всех вроде бы как отправил, всех проверил, всех навестил, все хорошо, все идеально. Да. Ну что ж, друзья мои, тогда будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!